Да, смотри, вспышка автоматически. Она сама автоматически включается. Опа, 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 опа. Вот оно. Ля. Она не потухла. Ля. Ля. Когда еще бенгальский огонек будет повод в руке подержать? Друзья мои, кого еще Новый год не наступил? Он наступит, никуда не денетесь от этого. А у кого наступил, дорогие мои друзья? Держи поближе. Ну, начинаем жить в 2023 году. Все, что могу пожелать, я уже пожелал, это, ребята, удачи. Не чтобы все было хорошо, не денег пачку, а чтобы была удача, дорогие мои друзья. Удачи, и пусть она будет с вами до конца. Ля, балдеж, долго горит все-таки, а? Да, еще половина. Ля, ля. Озеро. Озеро. Там позер написано. Я говорю, да. А что ты так, что ты близко к себе не держишь? Не знаю. Вот так, да, хотя бы. Бухус, блювухус. Красивый. Да. Балдеж. Пиздец, по всем домам начали бомбить. Все, хуярят, блядь. Я говорю, ребята, надо справить этот Новый год хорошо. Как последний. Как в последний раз. Кто знает, что будет в этом году? Кто знает, тот знает. Да. Здесь можно было бы просто выключить видео. Нет, сейчас бы самый кайфарик момент, ребят. В любом бенгальском огне это пш. О, блядь. О. Вот оно. Все. О, корм-дог.